Здарова, друзья, с вами Влад Кабуса. Сегодня у меня на канале информационный ролик. Напомню, если вы хотели бы от меня получить абсолютно любой аниме, который у нас доступен в игре, 20 тысяч просмотров за сутки набирайте, без проблем, вам его разыграю. С вас лайк, написать в комментариях, какой абонемент от меня хотели бы вы получить. И обязательно вам нужно открыть ваши подписки на YouTube и подписаться на мой YouTube канал, и подписаться на мой Telegram канал. Буду проверять на все выполненные условия. 1 апреля в трюковой форме все трюки будут вашими. Еще попробуйте заметить изменения в этом первоапрельском наборе. Посмотрим. Получить награду нажимаем. Что выпадет? Походу ничего не будет. Я думаю, спор сейчас порофлит. 100%. Друзья, напомню каждому из вас, если вы испытываете проблемы с покупкой FK-поинтов, звездных абонементов, а также всех доступных акций у нас в игре, то обязательно покупайте все через меня, через мой магазин. Ссылка на него находится в описании. После совершения вашей первой покупки вы еще получаете приятный подарок у меня в магазине. Думаю, то, что он вам понравится. Покупки доступны для всех стран СНГ. Обязательно покупайте и получайте все самое топовое, то что у нас доступно в магазине. В FK-поинты без проблем все можно приобретать. Даже двойное пополнение, где вы покупаете 10 тысяч FK-поинтов, а на выходе получаете 20 тысяч FK-поинтов. Покупайте 2 тысячи FK-поинтов, на выходе получаете 4 тысячи FK-поинтов и так далее. Все акции, которые у нас находятся в магазине, можно также приобретать через мой магазин. Ссылка на него находится в описании. Жду всех вас там. Прям максимально серьезно. Серьезный набор от eSports. Откроем первоапрельский набор. 10 монеток потратим на него. Посмотрим, что мне сейчас выпадет. Как думаете, годнота будет? Хорошо, Бразилия. Цапник. 51 район. Ну, конечно, максимально круто со стороны eSports. Лайкосик от души вам ставлю. Так, открываем следующий набор и смотрим, что будет выпадать. Здесь еще лучше будет, походу. ЛВ, ну конечно, я знаю такое. 59-й. Интересно, вот финальный урок, какой самый высокий рейтинг у нас будет из этих паков. Ну, прикольно придумано, лично мне нравится. Цопник. Хорошо, Дабо. Что еще будет, друзья? Отпишите в комментариях, кто вам выпал из этих паков. 49-й кинг. Красота. Реально прикалываются. Франция. Нап, конечно. 53-й. Вот самое главное, интересно, вот последний набор будет игрок с рейтингом, ну, хотя бы 90+, надеюсь. Италия, СЗ. Угадал. 51. Нормально, закину их в прокачку. Почему бы нет? Блин, ну, конечно, eSports реально рофлят сейчас. 59. Ну красиво, что тут скажешь? 49. И что еще будет? Давай, ну хотя бы один 90. Ну, пожалуйста. 53. И финальный вот набор. Думаю, сейчас годнота должна быть 100%. Ну, обязана быть. ЛВ. 57. И все? Апрельские сюрпризы. И на этом, походу, мы все дело заканчиваем. Ну, такое себе чуть-чуть. Слабенько как-то. В этот четверг у нас выходит новое глобальное событие под названием Центурионы. Друзья, в этом событии у вас будет возможность забрать бесплатно карточку Серхио Рамоса 91 рейтинга, а также еще и 1250 самоцветов. Об этом нам сообщает Сапурит. Событие будет глобальным, поэтому, ну, абонемент 100% нас будет ждать. И напомню то, что вы сумеете принять участие у меня в конкурсе на звездный абонемент новенький Центурионов, который у нас появится в игре. Так что вы можете прямо сейчас решать в комментариях, какой абонемент от меня хотели бы вы получить бесплатно. Друзья, смотрите, сейчас у нас в игре что есть? Удвоенное предложение. Вы можете заработать до 1 миллиона самоцветов бесплатно за то, что вы выполняете испытание. Заходите сюда, получение самоцветов. Так, я вижу, вижу, вижу. Смотрите, друзья, за то, что вы проходите различные испытания, вы получаете от eSports самоцветы в огромных количествах. Если вдруг у вас этот раздел не работает, я вам постараюсь подробную инструкцию сбросить сегодня вечером у себя в Телеграме, для того, чтобы вы смогли разобраться с этим разделом и зарабатывать самоцветы наконец-то.
Если вдруг у вас не работает, то просто-напросто вам нужно заходить через VPN, либо же через прокси. Но только обязательно, чтобы вы скачали с самого начала FK Mobile через прокси, либо же через VPN. И потом снова заходить в FK Mobile через прокси, либо же через VPN. Но эти действия можно только выполнять, если у вас есть привязка. Я вам сейчас все подробнее покажу. Смотрите, друзья, за то, что вы выполняете здесь испытания, вы получаете себе различные ништяки. Сначала по 5000 самоцветов, 65, 2800, 32 тысячи, 372 штучки и так далее. За каждое выполненное испытание, которое вы делаете в этой игре, вы получаете бесплатно самоцветы. Но это максимально крутая тема. И это можно выполнять во всех играх, которые здесь находятся. Вы можете фармить огромнейшее количество самоцветов. Просто будете кайфовать от того, что у вас есть столько много самоцветов. И за них будете открывать себе любые наборы, которые у нас будут выходить в игре. Супер офигенная тема. Даже можно, сколько тут, 22 тысячи самоцветов нафармить. 10 тысяч. Сколько угодно. Абсолютно любое количество самоцветов, которое вам нравится. Начинайте фармить, заходите в эту игру, скачивайте ее, выполняйте испытания, которые здесь написаны вам, и за это вы получаете самоцветы себе. Что скажете, как вам? Блин, ну это прям максимальная халява, 2000 самоцветов. Я думаю, то, что ну за минут 30-40 вы сумеете выполнить все эти испытания и получить столько самоцветов, 2000 с чем-то. Некоторые испытания проходятся долго, некоторые испытания проходятся максимально быстро. 90 самоцветов за то, что вы скачиваете эту игру. Проходите ресурс, отвечаете на 10 вопросов, вам дают 90 самоцветов. Ну это халява, дичайшая. А если еще, например, проходить вот эти вот все испытания с помощью Game Guardian, то тогда вообще можно получать по 500, по 1 миллиону самоцветов, ну за один день всего лишь. Ну вот так вот. Вот такая вот халява у нас присутствует в игре. Насчет Game Guardian, ни в коем случае никому из вас не рекомендуем пользоваться, потому что за использование Game Guardian можно еще получить блокировку. Просто заходите сюда, под раздел, проходите все испытания, скачивайте игры, отвечайте на вопросы. Иногда нужно поиграть в игры, и за это вы будете получать себе самоцветы в различных количествах. 48, 56 самоцветов и так далее. Сейчас все самоцветы удвоены, так что кайфуйте по полной программе. Обязательно, если вдруг у вас не работает данный раздел, я вам сброшу подробную инструкцию у себя в телеге, но для этого вам нужно будет что? Скачивать FK Mobile с помощью прокси, либо же через VPN. Но услышьте самое главное, если вы скачали уже через определенный прокси, либо же через определенный VPN, то вам всегда нужно будет заходить с помощью этого VPN. Но с VPN будет подвисать, через прокси не будет подвисать, но прокси чаще всего платный. Вот в чем нюанс, VPN бесплатный. Очень много толковых VPN-ов бесплатных. Обязательно, друзья, чтобы у вас была привязка. Если вдруг у вас привязки нету, то вы не должны это делать. Если есть привязка, без проблем можете скачивать заново FK Mobile и через VPN это все делать. Заходите обязательно в FK Mobile и просматривай рекламу. Ну а вообще, самый лучший вариант это прокси. А мы пока соберем награды. Хотя, конечно, не особо много, но почему бы нет? Я особо не заходил в игру. Так чисто мне выдают за то, что раз в неделю захожу. Самоцветы дают, монетки, тренировочный опыт и так далее. Я лично использую Turbo VPN чаще всего, потому что самая нормальная тема Turbo VPN. Он бесплатный и подключаюсь моментально. Ну там, например, 5-7-10 секунд, чтобы подключиться. Подключился к Соединенным Штатам и после этого захожу в игру и смотрю рекламу. Либо же просто-напросто я в самом начале качаю с помощью VPN себе FK Mobile и просматриваю рекламу, а также выполняю все испытания для того, чтобы нафармить самоцветы в больших количествах. Друзья, но если вам нужна подробная инструкция, то без проблем я ее вам напишу у себя в телеге для того, чтобы вы смогли тоже нафармить себе самоцветы. Для Android знаю как сделать, а вот для iOS пока что не могу сказать, потому что у меня нет iOS, мне сложно сказать, будет ли у вас работать просмотр рекламы, а также выполнение всех испытаний для того, чтобы нафармить самоцветы. Ну все, друзья, с вами был как всегда Влад Капуста. Обязательно лайкайте, подписывайтесь, комментируйте вот там внизу. Всем вам большое спасибо за просмотр, всем вам до скорых встреч, всем вам пока!